Всем привет, дорогие друзья! Я в декабре гуляла в River Mall по Днепровской набережной. Хотела себе купить свитер. Я присмотрела, но было очень дорого. Вчера я получила информацию от магазина Benetton, скидки 50%. И я решила заглянуть, посмотреть, действительно ли так. Цены действительно снижены. Коллекция яркая. Ну, бренд итальянский, очень много разных цветов на любой вкус. Свитера шерстяные, качественные, и можно подобрать себе размер. Там по 1-2 единицы каждой модели осталось, каждого цвета. Я пришла конкретно за синим свитером. Свитер нестандартный, но такой вот в моем стиле, и мне очень удобно в нем, теплый, зимний, есть бахрома, длинный свитер, и я была приятно удивлена, цена 50% скидка, и размер M мой был. Вот, можно еще, кроме свитеров, найти курточку. Есть длинные, короткие, полегче, пуховики, тоже в разных оттенках. Розовые, красные, черные, синие, серые. Есть вариант такой замш курточки коротенькой для погоды сейчас весенней. Тоже неплохая, тоже со скидкой 50%, и там пару размеров есть. Завезли уже новую коллекцию, это весна-лето. Коллекция представлена тоже в разных цветах. Это футболки, сарафаны, платья. И есть сумочки, шарфики. Тоже, если вы планируете что-то приобрести, можно, в принципе, прийти посмотреть. Так, возвращаясь к скидкам, я уже говорила, что можно найти пуховик на следующую зиму, да, то есть вы вложите деньги, и вам эта вещь будет служить не один сезон. И можно прикупить шарфик. Есть белые, серые, синие. Можно выбрать шапочку. Тоже скидка 50% на все вязаные изделия. Можно поплотнее, полегче, с бубенчиком, без. Есть перчатки. Так, свитера. Значит, был белый вариант и синий. Но, как всегда, есть выбор, надо принять решение. Ну, мне вот в декабре еще приглянулся синий вариант, я его в голове держала. Вот, поэтому синий вариант я и забрала. Очень легенький, шерстяной, теплый свитер под джинсы. Очень, очень супер, я очень довольна. Вязка, кстати, итальянский бренд, но свитер вязался в Хорватии. В магазине много кабинок, очень свободно. Кстати, кроме нас был еще один человек, купил пару курточек жене, наверное, к 8 марта, коротенькие, белую и красную. Не знаю, по-моему, цена где-то до 2000. Вот этот свитер тоже удачный, белый, оверсайз. Есть, был такой еще в зеленом цвете, тоже 1700 он стоит по акции, очень хорошего качества, он такой длинный, свободный. Так, это уже новая коллекция, цены высокие, хотела озвучивать, но не стала. Но я же, если в принципе вы рассчитываете на итальянские вещи, то вы понимаете, что за качество нужно платить. Много сарафанов с оборочками, мода по-прежнему. Такой покрой свободный. Очень много оранжевого цвета. Ну, в общем, футболки классика, футболки с рюшиками. Такие бежевые свободные свитерочки. Джинсы, кстати, есть тоже очень хорошего качества. Не хуже Levi's.
полки классные. Классный выбор, очень большой. И со вставочками, с орнаментами, чистые. Очень красивая вязка у них такая легенькая. Вот эти спортивные, типа спортивных костюмов. Эти клешеные вязаные брючки. Более спортивный стиль. Так, тоже возвращаюсь к акционной стойке. Это все по акции. Со скидкой 50%. Очень красивое пальто, длинные пуховики. Тоже есть выбор, цвета, размеры. Все можно, в принципе, найти для себя. Так, это пошли уже аксессуары. Сумки. Такие маленькие, компактные, легкие сумки на весну, лето. Тоже разных оттенков, шарфики. Футболки потрясающие. Ну вот, вся коллекция очень яркая, как и бренд. Всегда дает раз, не только черно-белое, да, все, во всех цветах. То есть коллекция идет в ярких оттенках. Так что я с покупкой, я себе подняла настроение, что и вам советую. Так что пройдитесь, купите себе что-нибудь, то, о чем вы давно мечтали, и путешествуйте. Всем здоровья, до новых встреч, пока!